попробуем. Сейчас, деточка. Он хоть молчит, но он рычит. Сейчас попробуем. Надо мордочку завязать, иначе мы проволоку с него не снимем. Угу. Да, Маш. Все будет хорошо. Сейчас, мой хороший. Вот. Убойся, деточка. Убойся, мой хороший. Да, маленький. Миш, смотри, у тебя же опыта больше, может быть, ты сможешь. Иди сюда, деточка. Не бойся, Маш. Не бойся. Вот ты моя деточка такая. Ты умничка моя. Ты мой хороший. И вот так за ушки. Ты молодец, детка. Молодец, потерпел. Вот и золотой мой мальчик. Вот так, так, Сереж, теперь. Так, я держу ошейник и беру его на руки, а вы смотрите проволоку. Тихо. Опа. Так, смотри, что там у него. Миш, ты отойди, а Сережа Бузу ищет. А ты, Сережа, что там у него? Животик покажи. Сильно? Сильно втянуто. Сильно, да? Можно раскусить? Бери плоскогубцы, пробуй. Он аж почти по самой сможешь? По всей коже. Ты ищи, ищи, где он ищи. Завязан тут. Там завязан он вон да где. Офигеть. Держи на руках, чтобы он не вырвался. Миш. Сейчас я расслаблю, так может сниму. Не-не, ты сначала это самое. Попробуй, можешь так и снять? Все. Ни хрена себе. И вот это. Мальчик, девочка? Мальчик. Давайте в переноску его. Молодец.